Привет, с вами Маша Рябинина. Сегодня я расскажу, как я выкладываю свой сингл на все цифровые площадки, включая Яндекс.Музыку, iTunes, Spotify, Amazon и другие. Это видео будет полезно многим людям, которые хоть как-то хотят продвинуть свое творчество в массы. Я хорошо изучила этот вопрос, и мне есть чем с вами поделиться. Надеюсь, я вам помогу. По традиции, поставьте лайк, расскажите друзьям, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Сегодня мы рассмотрим только бесплатный способ. Там есть свои плюсы и минусы. Я размещала трек через FreshTunes. Он мне показался наиболее удобным и простой в использовании. Короче, заходим на сайт FreshTunes. Тут надо быстро пройти регистрацию. Я зашла под своим YouTube каналом. Там наиболее быстро и тупо удобнее. Но сразу же встречает мой альбом, который я недавно выкладывала. А сейчас перейдем на него, чтобы показать более наглядно. Видно исполнителя, мое фото. Я специально делала фото для этого альбома. Также жанры, название альбома и трека. Но тут самое главное — это имя исполнителя. Смотрите, чтобы имя было свободное. А то часто бывает с этим проблемы, что похоже исполнители и трек просто-напросто не проходит. Фото, оно должно быть квадратное и 3100 на 3100 точек, а максимальное 5100 на 5100 пикселей. Старайтесь сделать качественное фото или арт, как у меня, по возможности используйте свои исходники. Если вы специально искусственно расширяете картинку до нужного размера, то скорее всего вас не выложат и напишут, что ошибка. Сейчас остановимся здесь, и я расскажу более подробно. Тут два варианта развития событий. Либо ок, как у меня, либо ошибка. Когда ошибка, вы просто тупо жмете «Показать подробнее», и вам показывают все ошибки, которые есть в альбоме. Исправляете и подаете заявку повторно. Во второй раз модерация намного быстрее проходит альбома. Кстати, в моем случае долго шла проверка. С момента подачи и до публикации трека на площадке прошло около месяца. Достаточно долго, согласитесь. Но зато тут вы ничего не платите, конечно, если вам нужно прям быстрее и сейчас. Тогда вам лучше попробовать Мультизу. Но она уже платная, но треки рассматриваются очень быстро. После того, как вы все сделали, выбрали фото, добавили музыку. Кстати, музыку надо добавлять в формате, иначе у вас не получится залить трек. Просто поменяйте формат и все окей. После этих всех манипуляций жмите добавить заявку и все. Я вас поздравляю, вы стали на шаг ближе. Теперь остается тупо ждать время от времени. Заходите проверить, на какой стадии находится ваш альбом. Если ок, то все в порядке. Если ошибки, исправляете и подаете заявку заново. Кстати, забыла сказать, что тут действуют смежные права. Это значит, что вы не можете использовать биты, композиции других авторов. Также ковер, скорее всего, просто не пропустят. Самый идеальный вариант, когда вы сами все играете, пишите музыку, сводите, тогда с вашим треком будет все в порядке. После публикации на площадках ваша музыка появится еще в Шазаме. В общем-то, все, что я хотела сказать в этом видео. Надеюсь, помогла кому-то выложить свою музыку в интернете. Напишите в комментариях, у кого получилось или не получилось. Решим проблему вместе. Поставьте лайк и включите колокольчик. С вами была Маша Рябинина. Не прощаемся.